короче, на вахте. Не получается у меня походить в стрим. Потому что плохой интернет. Вчера пытался выйти. Час 08 откатал. И всего 26 что ли минут почему-то вышло. И с большими задержками. Так что буду записывать продолжение «Белая долина, Аляска». Игра SnowRunner. Там с ночной смены только пришел. Так, вот я вчера турбопровод восстановил. Теперь здесь есть проезд. Так, задание нам надо. Металлические балки одно. Так, где эта полярная база? Полярная база. А, вот она, да? Ага. Значит, сейчас я возьму металлические балки. Деревянные доски, да, сразу. Или что? Металлические балки. Деревянные доски. Цемент где берем? Цемент далеко, на складе. Или еще есть склад? Или нет? Склад один. Топливо еще. Короче, металлические балки гружу здесь. Потом гружу топливо, деревянные доски. Здесь можно проехать. О, сплющили на ходу. Надо машину поменять, это никуда не экономично. Это пилер тут поставить с полуприцепом. Да, сейчас так и сделаю.
маленький, жрет много. Ох ты, щит показать. Сейчас полуприцеп продам здесь. Эвакуируемся. Вот у меня как-то пилер. Так, сейчас у меня низкое сетно. Установить, а пусть у него кран этот будет на всякий случай. Хорошо. Недолго я покатаюсь, спать надо. Так. Теперь на нем буду проходить. Когда с этой стороны я начну доски. Ага, деревянные доски я и топливо два. Полуприцеп на 5 мест. Как по моему далеко-то получается. С габаритом не было холод. Так, направо, да, направо. Сейчас коробку другую поставлю, пободрю его вниз. Упался в дерево. Блин.
Если понижать, подключаешь, только тогда можно подключить дифференциал. Четвертый может, если опустить. Вот. Лучше будет, нет? Ну, сцепление, по идее, выше должно быть. Сцепление здоровья, в смысле. Дядочка. Так, а мы здесь. А, нам здесь доска нужна, я его взял. Сейчас затоплю. Здесь тоже топливо есть. Сегмент получается только здесь, да? Лучше стал ехать, как пиво. Дифференциал, значит, поломочка будет. Блин, не вписался. Да, габариты у этой машины нестандартные. Тепло слишком далеко.
глаза сами закрываются. Сначала заправлюсь, потом загружусь. Не обнаружил задачу новую. Блять, а что у меня? Нахрен мне эту задачу. Сейчас активировалась. Так, полярная поляна. Все правильно, полярная поляна. Человек, я что-то нажал, что-то. А, вообще. Просто нажал на кнопку, все исчезло, вся информация, топливо, да. Все, сейчас выгружусь и спать пойду. Уже не могу, со смены пришел, всю ночь работал. Глаза уже слепаются. Балки, значит, потом. Куда подвернуться, все. Сейчас забор сломаем. Налево, направо. На принцел вроде бы помогаешь.
35 миль я на вахте. И 35 дней не будет стрима. Потому что тут на вахте связь хреновая. Видео стрим грузится очень долго, с большой задержкой. Как-то отрывками. Цемент осталось, металлические балки и постные части. Ну и все. Буду спать.